Первыми от наплыва пострадали садовые участки Орска, находящиеся вблизи Урала. До жилых объектов и инфраструктуры вода не дошла. У нас подтопило садоводческие товарищества там. Ну вот, значит, путем своевременного реагирования администрации города оказана помощь садоводам. Подняли трансформаторные подстанции, подняли насосы, электродвигатели, приводы этих насосов, то есть, чтобы не попали в затопление садоводам. В частный жилой фонд, жилой сектор вообще не попадает под подтопление. Потом, значит, социально значимые объекты тоже не попадают в подтопление. Как пояснили в управлении ПГО ЧС города Орска, в настоящее время отряды спасателей работают в усиленном режиме. Несмотря на это, без ЧП за выходные все-таки не обошлось. За пятницу, субботу, воскресенье мы спасли 8 человек. 7 человек мы спасли на реке Урал. Там, где у нас пляж, есть и низководный мост. Да, людей 7 человек вот, сносило течением реки. Вот. И одного человека вчера спасли на озеро Песчаное. Там тоже пляж. В настоящее время сброс с Ириклы продолжается в том же режиме, не превышая отметки в 240 кубометров. Будет ли снижен показатель, пока не ясно. Ситуация постоянно контролируется надзорными органами, и по их прогнозам причин для введения чрезвычайной ситуации нет.